за туда. Босян. Что, пойдем, может, туда? К ней пойдем. К ней? Угу. Прямо здесь есть. Это все вооружение, которое есть в Украине. Да. Которое восстановили. Обидно. Братухе подари на дне хочу. Ну, средний надо, да, только заплатить, зайти за вход, а потом их не спросили. Будет жить вечно. Вась, аккурат. Станок, станок, потому. Нет. Музей становлення української нації 200 метрів. А ото стоїть на проході. Господин охранник, який не може. Как же звездочка на хвосте. Через этот проход пойдем посмотрим, чего он не пустит. Не знаю. Вась. А, там перерыв 15 минут. Просто по газонам, чтобы он не ходил. И все. Пацанчик, короче, ну, приезжают. За границу. Приехал мужичок какой-то заграничный. И хлопчик практикуется, короче, переводит ему, типа, понял, вот этот задает вопрос, этот ему типа гид такой. Вот это что за приспособа такая? Два дула. А, да, вагон, типа, такой, смотри, какой интересный. Себе музей. Там типа площадка как подвечный огонь, да? Это здоровая такая. Да, наверное, не знаю. Басик, ну ты так еще не балдел вообще в своей жизни, наверное. Лавра, там вот этот купола. Палецкий, наверное, собор. Я не знаю, может, и лавра. Но лавра вот внизу, как-то. Внизу? Так может, тут только купола видно. Несет? Куда? Так ты подходишь. Да? Да, мне под ноги. Это что-то похожее на
инсталляцию, типа форсирование Днепра. Вот тут отстань возле. Идем поднимемся вот там по ступенькам. Нет? Да. А что нельзя? Что? А, так это вот вход туда внутрь, типа. Слышишь, а что, можно этот, туда, наверное, внутрь точно с собакой нельзя? Не, я хочу так в туалет писать, что просто вообще. Это, конечно, знать никому не надо. А ну, как там смотровая, да, идем туда, спустимся, еще посмотрим. Флагштоки тут, наверное, какие-то поднимают, да, когда празднование. Да, Киев. Огромный город. Мегаполис, да? У нас там не с Днепром, да. Чтобы мы знали, что он не да, не этот, не созреет. Спаривание, мы бы лучше в Киеве погуляли целый этот. Ну, мы могли бы и заночевать тут и. Мы могли бы просто вчера. Что? Подставить, мы могли его вчера. Нормально бы нам было. Оставить? Подставить. А. Классно придумали же этот такой проект, да, такой, блин, ну, да. Монумент огромный. Вот так вот тоже, постой. Басянчик, Басян, посмотри сюда, Бась. Бася, на. Бась, на. Бася. А что там? Смотри. Все. Там он
кренделя ходят, видишь? Да. Оса прилетела. Оса дикая. Ты знаешь, не могу ответить на твой вопрос. Почему? Как бы снаружи оно-то да, а внутри там, наверное, какие-то железобетонные конструкции. Басян, что ты тянешь? А обойти вот так может ее получится, она или нет? Там, а, ну все, туда. Так, сюда. Куда? На траву? Хо-хо-хо-хо. Альбинос. Нет. Сейчас уже папка так будет делать. Уперся, да? Бася. На, держи. Только не выключай, как ты любишь это делать. Иди сюда. Как? Стой. Хотела фото сделать. Не надо. Вот ты делала фото. Ну, у меня просто так не снилось. Ну, это у тебя так. Уже хочешь там сфоткаться в этом? Олег, общая фотка. Олег опаздывает. Все ждут Олега. Кто? Дровосеки? Два дровосека. Отсюда сфоткать?
Бась. Да? Басян, ты меня ждал? Смотрит. Ты что, у меня есть? Орех. Куда же он пошел? Куда же он пошел? А он сейчас? У меня? Да. Ага, турбулентность. Посидеть, потому что он же натертый, тут такой прям бронзовый. Мощь. Че? Медные. Ну, бронза, походу, такая, да. Там вот ружье, вот это ППШ. Типа, и здесь вот видишь, край тоже зашлифованный ствол. Там все садятся фоткать. Пацанчик. Басян. Сейчас узнаю. Там вроде был проезд. Опа. Так аккуратно. Бассейн же, африканская не лающая собака. Бассейнджи, ну кто пока как называет. Охотничья, да? Ну вообще, да, как бы. По всем описаниям. Вообще не рад. Ну, какие-то звуки издает, когда там добрый такой, наверное, больше. Ну, у вас ребенок маленький, да, я так понимаю? Совсем щенок, нет? 6 лет. Ну, значит, нормально сошлись. Они обычно. Нюхаются и сразу грызутся. Все, тащи. Вам это надолго задержаться. Ладно. Ну, соображает. Манипулирует даже. Чуть перекормлено, да? Немножко есть, да? Ну, он просит, выпрашивает, зараза. Пылесос тоже, да? Да нельзя устоять, чтобы не дать что-то. Ну пошли. Все, довольно. Бась, надо было в Белой Церкви там проявлять активно. Так, где наша машина? Вон, как нам выйти? Да вот так идем прямо, и мы выйдем. Где наша машина? А ну ищи машину. Где? Где мы ее оставили?
Олег, пусть я тебя нашел. Спасибо. Правда, в таком месте, где одни желуди, как туда попал грецкий орех, я не знаю. Спасибо. Идем. Короче, везде по СМИ кричат фигня, декоммунизация, тра-та-та, а бабусики рубить не стесняются на экскурсиях, на инсталляциях. Музончик советский, блядь, играет там, огонек, блин. А дед нас предупреждал, что тебя с тобой выгонят, поэтому, Васян. Опачки. Вот мы и пришли. Сзади. Так, Сёрик подпирал. До свидания. До свидания. Садитесь.